Родственники, вот дальше, блядь. Охуенно просто. Я бестолковой практикой займусь. Мне нужен гаусс. Без гаусса вообще как-то неприятно. Обычно ублюдок весь голос потратил перед тем, как сбор. Нужен новый голос. Отлично, еще 5 голосов. Рано или поздно у меня появится возможность прыгать с гауссом. О! Хуя он раздает. Мне нужен джемпер. Кто-то лох стоит на месте. Видно, что меня таргетит тот ублюдок. Босс на киллбокс, как обычно. Чего они так быстро бегают, эти твари? Может, то есть теория, что их много подкрутили на сервере. Ну, в ту дырку выпасть никак.
Теперь нужно снодроп собрать. Патрончики кончились. Перед Гауссом все равно. Два и плеера нужно убивать в первую очередь, потому что он неприятный. Я на просто. То, что я жаловался. Наверху к ним прят, ублюдки, хочется их убить в первую очередь. Что характерно, все как один останавливаются во время стрельбы из арбалета. Это мой Гаус. Субтитры сделал DimaTorzok.
Зря вниз прыгнул, блядь. Пустой, блядь, Гаус. Он стреляет, блядь. Постой, хуй, ланг с автоматом, блядь. Помнишь, у меня вот этот ублюдок таргетит. Главное не давать ему Гаус. Блять, живые школьники в интернете. Брат Гомер Петух, ответь! Вау. Очень приятный ублюдок, iPlayer. Очередной арбалетный хуйло, блядь, пиздец. Кто ВХ? Кто ВХ? Я потом посмотрю на запись, смотрю, кто ВХ, блядь. Ладно, говно. Ну надо же, мне помогли убить этого ублюдка. Thank you.
Сейчас мне скажут, что я ВХ. Трёх тоже какой-то агрессивный дохуя. Блин, так долго крафтался на эту хуйню. Блять, ну что с этими ебаными... Ники тут вообще безумный, блять. Что за, вообще за звери, блядь? Чего они прыгают? Кто их выпускает? Я не знаю. Они автоматически на карте генерятся. Айплеер лягнул, как лох. Школьник тоже лягнул. А всего босса нам в киллбоксе. Дело. Я не помню, чтобы вот эти мелкие снарки вставали когда-либо столько проблем. Six, five, four, three, two.
Что хуя нападаю? Что нельзя сделать? Правильное оружие выбрал. Употреблю со слом. Охуенно, блядь. Где он нашел эту дерьмо? Показал ему самое сильное оружие в игре. Упс. Надо с ним почти дуэль. Разбегалось найти, конечно. Охота удалась. Не буду тебя убивать. Собери себе оружие, там, не знаю. Не в настроении с ним сегодня воевать один на один. Конечно, вы можете меня убить. Если не такой слабый, показал бы. Это была большая ошибка. Хотя он не мог знать заранее. Thank you.
мой новый товарищ присоединился к нам. Сейчас так легко не будет уже, наверное, потому что число людей будет увеличиваться постоянно. Все будут давать пизды по очереди мне, или я им. Но он не ожидал этого, блядь. Потом налево побежал. Наверное, наверх. Наверное, сюда. Странно. Я прицел не вижу, блядь. Я думал, что вблизи он подойдет меня на случай. Не знаю, надо, наверное, прицел уровень в этой хуйне подкрутить. Блять, начнем с того, где мой гаус, блядь, который я только что этого в бою выбил. Вообще, нечестный дворик, тут всякие батареи, лечилки, блядь, вся хуйня тут есть. Даже базука есть. Вот дверь какие-то открываются, я не знал. Ну это вообще легко, блядь. Непредсказуемость уровня, не знаю. Ой. Просто бегай с базукой, убивай всех нахуй. Вон наверху кто-то сидит. Странно, вот кто-то есть. Только не знаю, где же этот гаус. Thank you.
Дубль 2 с этим ублюдком, сможет ли он его убить на этот раз? Может, он решил подождать меня? Неправильное решение. Ой, а вот это уже опасно. Кто там опасно? Хуйня полнейшая. Охуенно весело против этих обрызгов играть. Сейчас один Гаусс взял, может меня сможет убить пару раз хотя бы. Сможет меня с Гаусса убить в первый раз. Наверное, был охерительный выстрел для меня. Бегает кто-то рядом. Ну, блять, я прицела не вижу никуда на этом белом фоне. Сели в ноль, остался один зомбарь бесполезный. Патроны все собраны тут. Камера, я его задамажил. Блять, какой-то переход управления базукой. Теперь имеет смысл сваливать отсюда на всех скоростях света. И хилиться. Кто бы мог подумать, что я его убью. Я тут. На бум нажал, и у меня открылось. Вот это плохо, что я сюда забежал. Блять, не со всех сторон бегаю. Снизу тут крыса.
иди ты нахуй. Ну хуй, это тоже не очень серьезно, блядь. Что умеет пользоваться джампером, по крайней мере. О. Не знаю, где-то чувак с арбалетом сидит. Блять. Это выдаю свое местоположение. Думаю, то есть стрельбой. Не лечилки. Нужен галок, нужны батареи. Очень плохо. Проблема еще в том, что этот чел что-то умеет, блядь. Потому что нужно с яблок, когда, блядь, на всех скоростях свет. Да и то это не помогло, блядь. Только они смогли меня убить. Eight, seven, six, five.